Вот металлоприемный пункт, о котором я уже снял несколько фильмов. Он так и работает. Незаконный. Да и хозяин, наверное, тот же, который ранее был, Павлович. Милиция на него не закрывает. Знаешь, всех устраивает. И, видимо, невидимо, а крышует его. Вон машина стоит с металлоломом вооруженным. Тут же принимают весь и ворованный металл, и такой.